В минувшую субботу в спортивном комплексе аула Игирухай прошел турнир по многофункциональному тренингу и армрестлингу. Организатором данного мероприятия выступило Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов. Лучшие атлеты соревновались в разных силовых дисциплинах, включающих в себя штангу, приседания, отжимания, подтягивания на турнике и другие упражнения. Борьба разгорелась нешуточная. Было видно, что подготовка к состязаниям была основательная. Никто из участников не желал уступать сопернику в силе и выносливости. Спортсмены боролись каждый в своей категории, правой и левой рукой в положении стоя с выбыванием после двух поражений. По окончанию тяжелых схваток были определены победители в каждой весовой категории в личном зачете по действующим правилам. В упорной борьбе отличное мастерство показал Азамат Джаримов из аула Игирухай, который завоевал второе место. Третье место взял Адам Жудов.